Так, я надеюсь, все запустилось. Там все, все готово. Всем привет, ребят. Это прохождение Batman Arkham Asylum, пятая часть. Короче, продолжаем на том месте, где мы в прошлый раз остановились, когда победили эту девочку Джокера. И мне, конечно же, что-то мне здесь сохранения не было, то есть я вообще не знал, поэтому как только я запустил игру, мне пришлось проходить тем, заново вот бой с Харли Квинн. Но ничего, я немножко, скажем так, вспомнил боевую систему. Так, давайте пройдемся, может быть, что-то здесь вообще интересное есть. Так. О, нормально. У меня все как есть. Назвать того, кто не смог решить три четверти моих загадок? Бэтменом? То есть, так, я здесь понял, можно открыть каждую. Не каждую. Давайте откроем, может быть, какие-то секреты есть. Моментально, короче, ребята. Во-во-во, заебись. Так, пятый блок. Может быть. Тихо, что что-то есть. То есть так, нет ничего, окей. Окей. Давайте пойдем возьмем загадку. Как его там звать? Ридлика или как? Что-то, что-то в этом духе, короче, не помню. Нашего загадочника главного, который разбросался с 400. Ребят, а чё за хуйня творится? Блять, сорян. Понятно. Есть всё-таки выход. Я думал, придется переигрывать вообще момент полностью. Они показали мне это животное. Бесстыжие, лающие, словно бешеный пёс. Здесь должен быть все-таки выход. Я слушал, как он бахвалится. Мне казалось, что прошли дни. Он наслаждался, рассказывая о том, что сделал. Перечисляя подробно свои безумные злодеяния. Что? Ты как оттуда выбрался? Оп. Ну, сорян, Харли. Все же я ж Бэтмен, блин. Это должно было случиться рано или поздно. Окей. Я шел по следам Харли. Так, окей. Все понятно. А вот куда они ведут? То есть, что за? А, стоп. Так, здесь загадка, что ли, где-то есть? Да, здесь определенно есть какая-то загадка. А, похоже, я ее только что взял. То есть это у меня, похоже, подсвечиваются вот всякие шняшки. Окей, нам нужно, короче, к ботаническим садам отправиться. Потому как там что-то плющ задумал. Поэтому, наверное, нам нужно выходить отсюда. Но здесь плохо, знаете, что вот никак не отображаются названия этих заданий, которые я на данный момент сейчас выполняю. Вот это, я считаю, плохо. Да, ты просто выступила на разогреве, Бэт. И надо отдать ей должное. Маленькая негодяйка неплохо справилась. Поставим ей 4 с плюсом. Но между нами говоря... Я хочу твердую пятерку. Посмешаю пару химикатов, и у меня будет моя личная армия. Выход. Короче, нам сейчас нужно направо. Ну да. Круто, конечно, чел полетал. Так. Блин, игра все-таки
интересно. Мы снова с вами. В этом репортером Джеком Райдером. Джек, мы видим, я реально что по хотел в оцеплении полиции и люди шерифа. Совершенно верно. Блин, ну, харе, короче. Потому как проходить это все занимает много времени, и играя в танки, там, выкачивая еще всякие прикольные танчики, нет просто времени на какое-то прохождение. Но все же удержаться от прохождения Бэтмен очень сложно, ребята, очень сложно. То есть, блин, ну, вообще, то есть, это... Ну, есть, конечно, топового было бы, если я не использовал рентген. С рентгеном, блин, все их ловушки просто бесполезны. Просто бесполезны. Так, они уже на воле, что ли? Добрый вечер, обитатели Чемпионата. Тут кое-какие психи вломились на нашу вечеринку без приглашения. И говоря психи, я подразумеваю настоящих маньяков. Это что, одним броском, что ли? Если вдруг заметить, то есть я понял. То есть я их только смываю с ног, окей. Окей, я все понял. Отделение, так, интенсивной терапии, тюремный блок. Ага, то есть я сейчас в тюремном блоке. Так, можно пройти, ну, в принципе, вот повернуть налево и по тропинке прямо, да? Окей, поворачиваем налево. Давайте, исполните свой гражданский долг. Подойдите к нему, обнимите покрепче, покажите вашу заботу перед тем, как свернуть ему шею. Ну, позже, Джокер. А потом вложите свои ленивые задницы. Нет, все-таки интересно, вот придумали с этими вот разговорами во время... Уп, стоять. Интересно, ребята, у меня же появился крючок вот такой. Вот, а он для чего нужен? Чтобы вот так вот залазить. И вот я нашел еще загадочку. Окей, игра. Класс. Так, движемся дальше. Здесь закрыто, понятно, я помню, я все помню. Блин, ну это вообще топово, просто топово. Когда он летит, и я лечу. Хорошо. Вы жаждете получить могучее тело, которое только я могу вам дать. Да. Божественная мощь! Что за... Что настал ваш звездный час? Вступайте в мою программу «Титан» сегодня же! Дают. Я Джокер, лорд Аркима, исполню ваши желания! Никаких осечек в драке с дураком дружинником. Проблем с открыванием консервных банок. Блин, их здесь настолько много. Каждый пробный образец титана выставляется с персональной гарантией вашего участия. Я просто не вижу смысла это делать. Блин. Быстро все это сделать, похоже, мне этого не позволяет. Ой, блин, а я думал, у меня это зовут. Что? Блин, нахер. Вступайте в программу «Титан». «Титан» за гранью всех ожиданий. В связи с беспрецедентным спросом, я приказываю всему персоналу подвергнуться усовершенствованию формулы «Титан». Не робейте, знаю, среди вас ходят всякие слухи о мутациях и чудовищных последствиях. На самом деле, блин, это случается не так. Куда ты увязался? Стой, чувак, стой. Так, ну вот, я, насколько знаю, ботанический сад, мы еще здесь не были, поэтому... Сейчас нужно взять след Харли Квинн. Нельзя терять времени. Надо найти фабрику по производству титана. А, блин, это... Ой, интересно просто.
Так, и насколько я вижу, два из противников. Блин, 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 запись, запись, ребята, запись. Похоже, плюще. Да, да, да. То есть, короче, нам сейчас нужно найти себе записи. Попробуем. Попробуем. Джокер что-то затевает. Точняк, говорю. Да. Блин, а как это сделать? Обойти их. Что он, Господь Бог, делает, что хочет с чужими телами. Пусть только попробует вколоть мне эту фигню, и я сваливаю. Я тоже. Здесь и так жутко, и без этих озверелых монстров. Интересно. Ага, вот. И ну, только, похоже, бетаронг нужно как-то бросать. Блин, а вот жаль, что не получается никак два их запустить, чтобы сделать. Вау, это... Блин, это топово было, ребята. Это топово было. Блин, у меня почти получилось. Вот, я это взял. Ворота открыты, заходим все. Ох ты ж. Прячемся, окей. Давайте оценим ситуацию. Ух ты. И. Да почему так много здесь противников? Так. И все вооружены, короче, понятно. Я надеюсь, я не запалился. Я не запалился. Это я вообще просто топово надеюсь. Сейчас будем действовать по моему плану. Ты что творишь? Так. Просто все офигенно. Все-таки вот с Леном намного проще ориентироваться, потому как важные точки все подсвечиваются. И вообще противники тоже подсвечиваются, то есть нам легче ориентироваться вообще в некоторых ситуациях. А вот играя без рентгена, вот, например, вот так. Да, все красиво, но, блин, довольно сложно просто следить за локацией и за всеми, кто на ней передвигается. Ну, уже, короче, они на стороже, то есть мне сейчас довольно сложно будет их всех поймать, но я попробую, по крайней мере. Вот, ну, куда? Ну, почему ты там стал? Я не боюсь, Бэтмен! Ну, подойди, блин. Ближе. Во. Все, просто ты топово сыграл. Просто. Ну, так и по одному, короче, ребята, будем сейчас мы всех шпорить. Я сам тебя убью. То есть мы уменьшаем сейчас их количество, а потом будем быстро обрабатывать. Заткнитесь и ищите дальше. Оставьте его. У нас проблемы посерьезнее. Найди Бэтмена! Погоди! Воу. Я пойду с тобой. Блин, а я-то думал, что сейчас я просто упаду на низ, и он меня тупо запалит. Ну вот как? Вот как так может быть, то есть? Подожди! Я тебя прикрою! Бля, ну... Херею с этой системы. Да хера ты сюда вообще идешь? Эй, отвали! Ну нормально, короче, сказал, эй, погоди, я тебя прикрою. И, то есть получилось так, что он его топово просто прикрыл, когда я его с под носа забрал. Да, ты там ори, короче, все равно бесполезно.
а как мне вот их сейчас как-то так по-топовому? Блин, вот нет Гаргули свободы. Ай-яй-яй-яй-яй, я-то думал, ты сюда пойдешь. Ну почему ты? Дело на мази! Вы справитесь, у него ноль шансов! Да-да-да. Оп-оп-оп, иди сюда. Иди-иди-иди-иди-иди. Как спрыгнуть? Все хорошо. Быстрее, 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 быстрее. Отлично. Отлично. Вы хотите перекличку, что ли? Я точно знаю, что вас было больше. Уже половина висит на гаргуле. А, сработал, короче, этот топовый, короче, счетчик. Убитый! Бля, еще один поднимается. Ай, я проебывал, ребята. Что вы там делаете? Планирую... Да помощь! Пошел ты! Тут каждый сам за себя! Мы так не загад... Помощь! Еще один склеил лаз. Вот, все, последний. Серьезно? Он вас сделал. Армия монстров? Так, а куда нам... Так, стоять. Я вот вижу, куда нам нужно, блин. Так, отпечатки, и идем по отпечаткам, ребята. Прекрати это немедленно, пока не поздно. Прекратить? Но все помирают от любопытства, хотят знать, что будет дальше. Сейчас же отпусти его! Серьезно? Ну ладно, как скажешь, Бен. Спасите. Пошел! Опа! Нет! Тебе бы надо поднажать, Бен. Нужно отключить здесь подачу энергии. Как-то мы сейчас это... Как-то сейчас придумаем... Ага, то есть, понятно, нужно возвращаться. Возвращаемся вот сюда. То есть, уходит вниз, окей. Оп. Вот снизу, и вот идем. Чувак. Извини. Вот такой был хук справа у меня. Освободи меня, Бэтмен! Спасибо. Как ты? Нормально. Я такую мелочь на завтрак ем. Чем они здесь занимались? Пока меня избивали, остальные крутились у пульта. Без понятия, что они там делали. Сейчас посмотрим.
Памела, я достал то, о чем ты просила. Тебе понравилось? О, да, Стиви, очень. Такой прекрасный цветок. Можно я оставлю его себе? О, нет, прости, Памела, я не могу оставить его. Я буду приносить его, чтобы ты посмотрела. Но ведь это я, Стиви. Мне бывает так одиноко. Ты ведь не хочешь, чтобы я страдала от одиночества? Нет, конечно нет. Похоже, Джокер заминировал пульт. Будет еще сложнее, но я готов рискнуть. Так, это что было? Ага, нужно три раза, понятно. Похоже, я отключил подачу электричества к генератору. Ну там закрыто, я не понимаю, туда возможно ли зайти или нет. Но пока что не будем на этом зацикливаться. Короче, возвращаемся обратно к тому месту, которое мы только что открыли. Следуем дальше за Джокером. Какой же ты настойчивый, Бэт! Всегда на шаг впереди. Очень блин, скоро хорошо. У меня в распоряжении окажется армия монстров, накачанных титаном. Только представь, меня несут по улицам, вокруг валяются трупы невинных граждан. Будет просто волшебно. Скорее бы. Осмотримся, то есть чего здесь такого нет. Что-то внизу. Интересно, кто это там оставил. Окей. Ну здесь я уже понимаю. Ответвления всякие. То есть. Куда-то какой-то ведет. Ага, вот. Вот, хорошо, что я вернулся. Окей. Еще один приз нашли. Я думал, ты никогда не догадаешься. То есть такие очевидные вот места, где вот спрятаны все эти загадки, довольно легко разгадываются. Надеюсь, сюда точно гель нужно делать. Да, смотрите, я угадал. И дельбонский бог. Интересно, короче, локация. Я понял, это... Ты чё? Ты чё? Братень, ты чё? Ты чуть не упал, братень. От меня не нужно. Ах, не могу подобрать. Не могу, что же делать? Идти дальше, наверное. Еще одна, блин, да сколько здесь их? Херею. Блин, ребят, нужно как-то их взять. Как сюда вообще попасть? Это, может быть, крюком там? Нет, нихуя. Лады. О, есть. Вот, ребята, один приз. Блин, я вот так быстрее прокачаю его, чем от сражения. Итак, а как туда попасть? То есть, я вообще не понимаю, а вот сверху спуститься никак, разбомбить здесь все никак. Ой, блин, я понял, что там не получится. Здесь блин. Все разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть по старинке. Я понимаю тебя, друг.
я понимаю, только я не понимаю, как вообще добраться вот сюда, то есть вот интересно, да, вообще позиция спрятать под нами, но как туда зайти? Я вокруг все бежал, никак нет просто прохода. Сложно просто. Для меня это сложно. Так, я не в сторону пошел. Так, ну я надеюсь, что я туда пошел. На помощь! Отвечай ему! Пожалуйста! Он здесь! Блин, а я думал, что там он его сделать. Вот тоже вот, вот интересно вообще просто. Вот возможно ли вообще, вот, блин, батарангом как-то подобрать? А почему так? Блин, ну, это похоже не получится, да? Стоило все-таки попробовать. Окей. Где доктор Келлерман? Откуда мне знать? Какая халатность. Ваши страны потеряться. Так, еще один, короче, одна запись. Мы соберем все... На помощь! Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда! Слушайте, сюда идет Бэтс. Увидите его. Бросьте противных докторишек прямо в ад! То, что внизу, да? Да, туда им и дорога. Отлично. И помните, если услышите ошейник, значит Бэтмен уже пришел. На всех людях Джокера ошейники. Сначала надо убрать оператора. Ну окей. У него нет ни шанса, ни шанса! Понятно. Как пройти? Я что-то нихуя сейчас не понял. Окей, ну я как-то кину его. А что дальше? Топово. Смещаемся. Входим. Едем вниз! Сука, я так ступил, ребята. Легче легкого. Сыграл на тебе, как на скрипке, а потом оборвал все струны. Спокойной ночи, Бэтс. Да, да, да. Короче, ребята. Соснул я по полной. Ну, короче, это сказывается. На помощь! Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда! Слушай! Давай, как пропустить это все? На всех людях Джокера ошейники. Сначала надо убрать оператора. Ну окей. Блин, усталость просто. Я вообще просто не ожидал, что вот такая хрень будет. Ну понятно. То есть я увидел возможность и как глупо я на нее сфокусился. Так, власть. Пускай не думает к нам соваться. Окей, давайте я, короче, осмотримся вот таким вот способом. Все-таки я рентгену доверяю больше, чем себе. И что я вижу? Я вижу, короче, такую ситуацию. Блядь, ядрить твои помидоры. Как туда забраться? То есть, ну вообще кто-то объяснит или нет? Бэтмен, считай, уже покойник.
Ну, а если я пойду в эту сторону, то есть я чё? Я упаду вниз, короче. Хоп, тыш. Блин. Фу-ф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 у. Та-та-та-тара-тара, как его обойти? А как это сделать? А как его обойти, ребята? Кто вам подскажет? Кто мне подскажет, как его обойти, если он тупо сюда будет зреть? А, стоять. То есть, смотрите, что здесь шанса. Есть. Ни шанса! А куда я попал? Епистуся нахуй эту сижу. Ай, блин. Почему? Почему он там внизу схватился за все это? Почему, блин? Чё это было? Ладно, короче. Так. Короче, я надеюсь, здесь как-то выход наверх есть, потому что я почему-то решил сюда лезть. А зачем? Я без понятия. Не думай там оставаться. Надеюсь, у меня топовая стратегия. О, смотрите, блин, топовая, реально топовая. А где этот пидор? Да, на тебе, пацан, нахер. Я нейтрализовал основную угрозу, но заложники все еще в опасности. Уходи, дружок. Короче. У меня топовая стратегия. Кто упустит Бэтмена? На том будем экспериментировать с Титаном! Ему-то легко говорить, а мы тут торчим. Сейчас тебе пизда пришла, пацан. Ну. Только не стой здесь на месте, пожалуйста, я тебя прошу. Что? Бля, ну почему ты, сука? Охуею, блядь. Я тебя урою. Сосать ты будешь, а не уроешь меня, чувак. Я прикрою. Сука, с этого всего дуплая, нахуй. Бэтмен тут на славу поработал. Вы что, не заметили, как кто-то пропал? Вы слышали, босса? Блять, ну они тупые, конечно. Да, последний. Джокер хотел взять под охрану вход на завод по производству Титана. Нужно снова взять след Харли и найти ее. Мы его нашли. Обошли. Окей. Опять след нужно взять. Так.
Ну, она куда-то сюда шла. Окей, короче. И на этом закончилось. То есть... О, понятно. Опять, короче, будем рубиться взломами. Так, один есть. Второй. Почти. И почти. Интересно вообще, откуда все это на острове вот Архем? Вот эти все потайные ходы и так далее. Смотрите-ка, он нашел нашу лабораторию. Ну, раз ты такой молодец, давай покажу, что у меня тут приготовлено. Раньше, только уже и двое. В этом заключается сложность. Воу-воу-воу, что это? Ох ты ж, блядь. Как сильно. Изи, просто изи, ребята. Так, а что дальше? Почему все остановилось? А, вот. Опять будем играться со сломами. Так, давайте осмотримся, нет ли здесь никаких там супер ништяков, чтобы потом не возвращаться. Ну, довольно, короче, все интересно. То есть, с одной стороны, у нас такая вот херня, которую я не могу открыть. Стена, короче. Которую нужно воспользоваться гелем. Ай, чё за... То есть, реально, чё за бред? Чё за бред? Давайте посмотрим, может быть, что-то там улучшение у нас хорошее есть, короче. Это боевая система, короче, нам она не, пока что не нужна, но я так думаю. Блин! Смотрите, короче, вот можно использовать два бета-ранга. Ах, вот, а как это могло...
мне упростить задачу, когда вот тут было несколько противников, тройной бета-ранг. Бля. Заебись, короче, просто офигеть, ребята. Шесть. На шестерочку все-таки у нас несколько бета-рангов. Ну я не хочу, короче, их бросать, потому что. Ну не вижу смысла, короче. Ну я уже спортил. Ай, зря, зря, зря. Я ни хера сейчас не понимаю, то есть. Реально. Может быть как-то я тупой, что ли? Какие подсказки, какие. Что здесь может быть? Понятно. То есть мы вообще не можем никак его залететь. Встречистый ель мы не можем опять же сделать. Что я не так сделал? Блять, ну а тут пройти. То есть должен быть выход. Должен быть выход. Ребята, должен. Неужели я на этой хуйне застрял? Окей, давайте посмотрим внимательно еще раз на всю эту хуету. Ну вот проводка. То есть я все правильно сделал. Сломал ее там. Там, то есть это загадки, то есть здесь вообще логики нет, то есть даже если бы я куда-то сюда смог долететь, это все загадки. Это все загадки, которые так невозможно выполнить. Ну а так, то есть крюком никак не получится поднять крюк. Вообще здесь никуда не работает, то есть я просто не понимаю. Я просто не понимаю. То есть я вообще на ноле сейчас, ребят, ноль. То есть Джокер спокойно или через эти двери вышел, или вообще через какие-то другие. Я же никуда не могу. Чё это за хуйня? Не, опять, ну серьезно. Почему я должен так сильно напрягать свой мозг? Ай, двери открылись! Двери открылись! А я не долетел! А я не долетел! Может быть как-то... Ну блин, ну почему? Почему все так плохо? Я бегу на по лужам. И вот почему он пускает крюк, и я обратно возвращаюсь. Ладно, последняя попытка, ребята, будем еще раз смотреть всю эту хуйню. Блядь, у меня идея. У меня... Может быть хуёвая, я сейчас посмотрю. Если взорвать ее? Да, 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 да. Ёбаный ты помидор. Араку. Фабрика Титана уничтожена, но Джокер сбежал с таким запасом, что у нас будут серьезные проблемы. Оказалось, хуже уже не будет. Для производства Титана использовали ядовитое растение. Оно ключ, и на острове есть лишь один человек, который сможет мне помочь. А почему ты думаешь, что ядовитый плющ поможет? Если растение в опасности, она меня послушает. В моей базе данных есть образец ее феромонов. Она где-то в садах, и я ее выслежу. Короче, да, ребята, да, это было, блин, ну, наверное, минут 10 тупил. Нужно перебраться через расщелину. А вот мой самолетик. Придется вернуться назад. Блять, только не забыл.
Да-да-да-да-да-да-да. Просик. Ура! Да-да-да, я беру тросик и... Вот, вот теперь я понимаю смысл вот вообще с этой хуйни. А как туда? Вот мне интересно, а туда как? То есть... ну, ладно, туда понятно, а в этом смысла нет. Ну ладно, короче, ребята, спустя несколько сложных минут теперь можно искать вещи. Напрягать свой мозг, я все-таки это сделал. Я все-таки это пошел. Феромон. А, то есть, ага, понятно. Все. Я опять, ребята, втуплился. То есть, вот есть шкала процентов, и она показывает, если мы правильно в правильном направлении движемся, значит, будет плющ. Вот. О, я уже пришел, короче. Все хорошо, милый. Я здесь. Мои бедняжки. Да, я знаю, что он нас нашел, но я не дам вас в обиду. Лучше убью его. Плющ. Я знаю, доктор Янг вызывала мутации, чтобы получить веном. Да. Мне листья нашептали, что злодейка за это поплатилась. Ты должна помочь мне изготовить противоядие. А зачем мне? Пусть Джокер веселится. Хочу посмотреть, как ты корчишься. Ты слишком долго была в темноте. Все растения на острове станут такими же, если ты не поможешь мне. Где-то на острове есть такой цветок. Только он может справиться с Титаном. Где его найти? Оу, он в логове Крока. Ты ведь не думал, что будет просто? Возвращайся в камеру, или будешь следующий. Я буду ждать. Ну, у меня, Оракул, в принципе... мне нужно найти путь в логово Крока. Оно где-то под островом Аркхем. В базе нет никакой информации о том, где он содержится. Я обнаружил недалеко от пещеры дверь, но она крепко заперта. Должен быть другой вход. Я оставил Кэша в поместье. Посмотрим, может быть, он знает, где держит Крока. Так, ну, у меня, в принципе, несколько новостей. Короче... Первое. Это еще. Это то, что нам не пришлось сражаться с плющом. Я тебе пишу. Меньше боссов. Ай-яй-яй, такой спотил. Коба. О! И все-таки я сосредоточился и сделал комбинацию, отлично. Итак, о чем я там? О том, что, короче, ребята, плохо, что мы не сразились. С кем? Логово. А где логово этого узкоглазого? Плохо, ребята, что мы не сразились вот с плющом, или это хорошо, но, блин. Вот, с одной стороны, интересно, может быть, как-то удалось бы нам посражаться с боссом. Ха-ха-ха. Топовый просто. Топовый. Да, нахер.
хочешь открыть? Чувак, открой. Боже, это топово. Ребята, я нашел сюда проход. Я нашел. Вот мне интересно. Так, нет, здесь бесполезное просто. Просто вот куда нам пройти, то есть остров. Ну я, сколько я понял, наверное, я отсюда пришел, что ли. О, фу-фу-фу, сколько здесь... Кручу-верчу, обмануть тебя хочу. Все выполнено 76 из 240. Помнишь, Вайнов? Как можно их забыть? А как я... Помнишь, Вайнов? Как можно их забыть? Короче, понятно. Херня какая-то там творится. Давайте все-таки попробуем найти этот проход. Не, ну здесь понятно, короче, тупик, ребят. Бля, ну нахера я пользуюсь этим крюком? Здесь все разваливается на части. Пользоваться крюком опасно. Придется лезть. Чувак, я знаю. Все это я знаю. Ты мне, блин, лучше покажи, куда идти. Почему я здесь брожу? Да. Отлично. Взял и упал. Ты просто... Просто... Лучший. Как подняться, то есть туда реально можно забраться, а как это сделать, блин, что-то нам затруднились, знаете, как-то объяснить, что-то херово. То есть, ну я так понял, я ухожу отсюда, так, то сейчас увидим, там тупик. То есть, ну, я это иду к выходу, что ли, или чё? Или чё, бля? Пошёл ты, Бэтмен! Мы включили электричество, ты в ловушке! Да, теперь ты не такой крутой! Ну давай, иди сюда, останови нас! По-моему, он боится. Точно так и есть, воды боится. Ой, баба! Что он делает? Он нашел путь! Остановите его! Да. Вы просто топово меня замедлили. Я вообще надеюсь, что я правильно иду. Бэтмен идет сюда. Будь начеку, не облажайся! Когда уже мы с тобой прокачаемся, чувак? Джокер обещал, что мы станем сильнее, чем Б. А что тут мне интересно? Формула у него. Надо просто дождаться нашей очереди. Ни шанса! Ни шанса! Вот тогда я ему башку оторву и выставлю на... Что? Короче, нет времени в этом. Какой-то. Блядь, метки, чувак. Ты чё вообще херел? Может быть здесь? Ну давайте попробуем. Что я вообще не уверен.
снял. Бля, ну нет, нет. Почему, блин, ну почему так все сложно? Почему нет вообще там никаких там координат, куда он мог приблизительно направиться, там, сказать, машинный зал. То есть, хуя, да, я не туда попал. Он еще и завис. Хуйня с этой всей системы. Можно как-то гелем, что ли? Бля, гель не берет, окей. Крип не берет. Блин, вот жаль, что я не прокачал вот это... дальнее расстояние, то есть там такая хрень, которая позволяет на больших расстояниях взламывать вот эти всякие системы. То есть можно было спокойно пройти. А так какая-то хуйня получилась. Сейчас будет прикольно, если противники поспамились. Бои вообще заебись. Спамились. Короче, где-то здесь это все скорее всего. Возвращаемся, короче, ребят, обратно. Похоже, я вообще не в ту сторону пошел. Похоже. Потому как если мы сейчас в ботанических садах эту всю систему, эти все приколы проходим, то я думаю, и здесь должен быть как-то вход, правильно? То есть смысл каких-то других локациях вот это все делать. Тем более там все исследовано. Я не знаю, короче, ребят. Давайте вернемся. Может быть, что-то я просто проеблывал и вот и все. То есть, ну, мне кажется, что вот где-то должен быть именно в этой стороне. То есть, давайте. Вот где-то в этих кассах должен быть проход, которого я не вижу. Стоп. Ага, все. Понятно, просто нужно было отдалить там. Понятно. Уходим отсюда. Значит, короче, я все правильно, ребята, двигался. То есть уходим нахер из ботанических садов. Блин, сейчас противники заново поспомнятся. Сука. Надеюсь, нет. Нет. Ебать твою ты. Ух, я просто охуенно все сделал. Так, уходим. Опять же, нахер. Нахер. Пусть он умрет. Я не позволю больше обижать моих деток. Как же ты бросил бедняжку Плюща в садике? Такой она очень расстроена. Я дам ей капельку титана. Надо сказать, результат несколько иной. Может, дать ей еще немного? Кажется, ей понравилось. Тебя ведь не просто так зовут Плющом, верно, милая? Я вообще-то рассчитывал на 100-метровый цветок убийцу, но тут уж как повезет. Ага, все, короче, она ебанулась. Похоже, на полюбу придется с ней сражаться. Окей. Похоже, на Плющ титан действует как-то иначе. Ее цветы растут. Они скоро выйдут из-под контроля. Похоже, растения продолжают мутировать. Вообще интересно.
Кажется, в этом стручке споры вроде тех, с которыми Плющ в прошлом году напала на Готэм. Зашел. Ух ты, а как здесь все? Что-то здесь дохера этих всех спорой. Спор. Чего вообще здесь дохуя? Окей. А, стоп. У меня же есть новое приспособление, которым я забыл. Почему, блин? Ой, сука. Блядь, и как мне спуститься? Сука. Ну, Бэтмен, ну... Почему ты тут, а? Лезешь, почему? Я вообще тебя не понимаю. Окей. И пробел залезть и... Есть! Наконец-то ты это сделал. Интересно, вот он использует крюк. Зачем? Куда? Куда меня опять забросило? Я хуею. Да. Топово просто. Охуеть, я еще не могу спуститься. Ебисты, пидорасы. Почему так все плохо? У меня начинает просто бомбить, ребят. Мне просто начинает бомбить. Бомбить, блядь. То есть очевидные вещи, блин, я тупо их не замечаю. То есть, ребята, явный призрак. Призрак, какой призрак? Признак того, ребята, что нужно уже покидать. Потому что я просто туплен. Нахуй я туплен. Окей, блядь. Че я куда я пишу? Куда нахуй? Куда? Топово нахрен. Там вообще пройти не получится никак. Почему? Херня со мной сейчас творится. А, ребят. Вот я сейчас лезу. Блять, только чтобы я сам себя в ловушку не загнал. Это будет вообще просто потом пиздец.
Бэтмен. То есть я здесь, ну, на месте, окей. Что дальше? Может, базарить с ними? Я ждал тебя с минуты на минуту. Что за история с растениями? Долго объяснять. Дай угадаю. Ядовитый плющ. Она теперь с Джокером. Суть в том, чтобы я не дал растениям захватить остров. Но... Всегда найдется какое-нибудь «но», да? Где вы держите крокоубийцу? Я нашел дверь в канализации, но она крепко заперта. У этой твари отдельная камера. Она прямо под приемной интенсивной терапии. Лифт идет в старую канализацию. Мы просто кидаем туда мясо раз в день и стараемся о нем не думать. Там все перекрыто. Охраны больше, чем у Джокера. Без разрешения Шарпа внутрь не попасть. Все коды у него. Спасибо, Кэш. Оставайся здесь и не лезь к растениям. Это верная смерть. Есть. Окей, короче, понятно. Где, сука? А, короче, вообще, ребята, нужно в совсем другую сторону. Ну что ж, короче, я думаю, на этом я буду завершать прохождение. Потому что там уже, наверное, довольно много времени прошло. Плюс у меня бомбит, серьезно, и я просто уже вообще ничего не соображаю, поэтому нужно заканчивать на хотя бы пока что на немножко нормальной ноте, потому как сейчас, если меня очень сильно сбомбит, я просто не знаю, когда буду делать следующую часть прохождения. Ну что ж, если вам понравилось прохождение, то ставьте под видео палец вверх, подписывайтесь на мой канал и играйте только в самые хорошие игры, которых у вас не бомбит вообще, а просто все замечательно. Всем пока, до новых встреч.